Матильдочка, моя красота, ты чего домой не идешь? Матильдочка. Матильда? Матильдосенька. Смотрите, лежит посреди дороги. Матильдочка, моя девочка. Моя Пусильда. Чего же она домой-то не идет? Легла? Пусильдочка. Легла и лежит там. Моя красотка. Моя девочка, сейчас тут надо мусор что-то там. Матильдочка. Ой, бабочка опять. Ой, бабочку не надо. Бабочка тут летает. Матильдочка. Матильдочка. Моя красота. Моя девочка. Ты где была? Матильдочка, ну быстрее. Матильдочка. Матильда. Матильдочка, ты какая-то сама не своя. А домой? Или лестницу надо мыть? Ты не хочешь домой, Матильда? Мусор надо выкинуть. Матильдочка говорит, что мусор надо выкинуть туда. Наверное, грязно ей как-то это. Ну ладно, сейчас это в гараже положим мусор. Матильдочка, ты чего домой не идешь? Смотрите, Матильдочка, комары у нас летают. Ой. Матильда, ты чего домой не идешь? Матильдочка. Ну все, Матильда, тогда я тебя больше уже не отпущу. Сиди дома тогда. Ах, это красотуса. Ах, это красотуса. Здесь тоже будет помыть надо. Здесь, знаете, вот как там, помыть надо. Ой, водой-то я сюда прыснула. Матильда, не надо, в общем, давай. Здесь нужно мыть пол. Сейчас я сюда мусор отнесу. А так здесь нужно мыть пол. Лестница, конечно, грязная. Да, кто будет мыть лестницу? Мухи валяются. Ну да. Вот мойте, как говорится. Мойте, кто хочет. Как его это? Мусор. В общем, отнесу туда мусор. Гараж. Первый этаж моего эллинга. Вот мусор накопился. Прибраться здесь надо, конечно. Матильдочка, на ручки? Матильда, или ты хочешь на улице? Матильда, или что? Или пойдем на улицу гулять? Что хочет Матильдочка? Ну и Матильдочка пошла. Меня фотографировать нежелательно. Вас, может быть, и нежелательно, но у меня деньги пропали, поэтому я фотографирую всех, кто около здесь, около моего эллинга. Так что вот, да, да, так что вот. А я вас вижу первый раз, а вы вообще кто? Ну хорошо, я здесь живу уже больше года. А вы кто, вы здесь работаете, что открываете? То есть вы новый электрик, да? А, просто я... А, понятно, понятно. Я у вас деньги не мог снять, у меня даже телефона с собой нет. Нет, я не про это. Я не говорю, что снять. Я, в принципе, вас вижу впервые. Нет, я просто вам объясняю, почему я снимаю. Вот. Просто вы в этом счетчике, а я так понимаю, в этой штуке, а эту штуку может только там, ну, как там, администрация открывать. Я правильно поняла? А вас как зовут? Александр Евгеньевич, великолепно. Великолепно. В общем, первый раз вижу такие.